Готовим для голубей на зиму, чтобы там хватило тюрюков сколько. Вот один тюрюк вот этот называется, на два, ну, мешки-то по полмешка, мешок. И носим. Все. Держать надо сейчас. Мы посыпали. Вдвоем. Давай. Так делай, чтобы она туда наклонена была. А та туда пошла. Вывалится. Тут первый мешок сюда наклони его. А второй на него. Чтобы не посыпалось. Как-то мешка это. Мешка за горловину туда под него подоткни, под мешок, под этот. Так, повыверни его еще раз. Нет, на него, под мешок. Ну ладно. Она опрокинется, у нас же бывало такое. Сколько надо? Ну сколько? Тонны полторы зерна. Два мешка гороху лущеного. А польза-то какая от них? Красота! Так, завтра утром мне вот отсюда надо вытащить модем, еще темно будет, полезу. Я его завернул, вот это, чтобы, говорят, там это не попадала вода, а ее съедает солнечная лучи, целлофан. Сверху я сделал материю, завязал вот так. Ну, уезжаем, снимать все приходится. Так, давай. Ну а теперь как сверху, я не знаю, возьмем мы эти тюрюки, надо взять. Все. Поехали, да? Что, надо еще? Ну нет, это не утащить. Так, это тюрюк-то как-то положи хоть один, по одному будем таскать. Положи его, вон. А то, может, и два. Вот так, рядом второй. Все. Прикрой пока палочкой. Уходим. Держи. Сейчас я дверь сфотографирую и пойдем. Подожди-ка. А то у нас на всех дверях наружных написано такое. Все. Поехали. Вот так. Дверь сейчас закрепи там. Вот так мы эти тюрюки принесли. Это мне Геннадий, кажется, Михайлович Морозов, директор макаронной фабрики, много помогал. Потом он ко мне приезжал даже, и мы его нашли, созвонились. Я вот благодарен книгой. Дверь сарая открыта, проветривается.
О, привяжи ее за столб. Сначала закрой дверь, выйди. За нее привяжи петлю, а потом притянешь и все. О! Что там, поезд идет, что ли? Да. Стучит. Посмотрим мы. Ага, вон я его видал на лестнице. Сюда идут стучат, а туда идут проще. Тут как бы на кверху. Сколько его. Ладно. Деревья уже облетели. Листья. Вот сейчас поднимать надо. Вон там Володя поднимается. Ну-ка давай. Вира. Там где-то отдельно ставь, только не на потолок, а вдоль карниза. На стенку. А потом я залезу, вдвоем будем высыпать. Достаточно, потом можем этой чашкой добавить. Ставить прямо надо. Более прямо нет? Нет, наклонить нельзя еще туда? Под днище подтянуть? Подожди. Они у нас так и стояли. Она стоит на другом этом. Подними ее совсем. Она стоит на кольце. Убрать. Вот. О, а теперь она стала прямо. Вперёд. Вот можно еще то-то-то-то. Чашки 2-3. Тут надо взять ведро. Ведро досыпать. Ну вот и хорошо. Нормально. Посмотрите, чтобы она ровно легла. Все закрыто. Так, в это не высыпать горох, я говорил. Так, ты дальше попробуй. Все нормально идут? Так, чашку можно вот во вторую? Ага. У тебя хорошо получается, хорош.
Так, ну это откуда-то вон непонятно там. Тоже добавляю, она уселась. Уселась, утрамбовалась. Ну и дальше так понятно, я буду держать сейчас. Вон там, да дальше-то сколько их идет. И там еще закрыто, и там лежат на боку. И еще привезем штук 6. Вот сюда перетянем. Стой. Что, снимать? Давай, кидать можно на пол. Вот. Высыпали, сейчас еще поедем. Представьте, 4 лестницы ведут. Где такое найдешь? Значит, да, если одна нет, значит, еще 3 на запасе. Сами делали. А это вот калашниковская. Ребята молодцы. С отцом вместе, Петром Григорьевичем. Такую голубятню сделали. Просто прекрасно. Ну и все делали как надо. И колодец хороший. Из бани вот такая мощная труба. Ну, а от нас уже 8-конечный крест поднятый. Мы вон куда. Что именно, видать его. Закрыть надо будет, иначе без нас кошки залезут. О, на одну, хватит, хватит, не надо, сейчас придем. Бросай. Так, уходим. Все, пожалуйста. Вот идем мы на скворечник на наш. Вот он. С красным крестом. Вниз не так тяжело. Тут трасса проходит над нами. Очень высоко летят самолеты реактивные. Одна же 4 полосы оставили. Прямо посредине вот мы на этой трассе находимся. Надо узнать, куда летят. Ничего мы не знаем. Ну сейчас ему хватит, да? Ну вот один здесь мышь, это мышами испорченный горох. Ну и вот мы что сделали. Сейчас я показываю. Это вот мы голубям заготовили. Человек, который голубей не держит, он скажет, ну это же глупость. Притом никакой пользы нет. Это вот попортились тюряки, поэтому в них голуби уже гнезда вьют. Лопата. Веник, чтобы где тут убрать. Началось. А? Да там одну голубку с 3 сторон зажали, но сейчас ушли уже все. Ну, может быть и так. Значит, она должна готовиться. Воробьев, я не знаю, правда нет, говорят, на 50 мужского пола одна самочка, поэтому они так дерутся, ее заставляют замуж выходить. Вот видите, банки. По пол литра. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 банок. 14 и 21 тюрюк. Ну и что, у Лигаря сегодня заказал 10 мешков. Все, уходим.